Кольскую ЦРБ поступили еще 8 новых автомобилей для обслуживания населения. Отечественные «Лада Грант» и «Нива Тревел» будут работать на 10 населенных пунктов. Специалисты Кольской центральной районной больницы получили ключи от 8 новых автомобилей. 6 седанов «Лада Гранта» и 2 «Нива Тревел», которые подходят для поездок в условиях нашего региона. Автомобили предназначены для транспортировки больных к месту оказания помощи, также перевозки медицинских работников к пациентам. На автомобилях можно перевозить лабораторные исследования, доставлять лекарственные препараты к пациентам. Новый медицинский транспорт будет обслуживать отдаленные населенные пункты – Кельдинстрой, Туманный, Шонгуй, Магнетиты, Пушной, Причальное, Тулому, Белокаменку, Минькино, Междуречье, Мишуково и Келпьявр. Автомобиль мы ждали долго, но в конце 2023 года в рамках национального проекта России здравоохранения программы модернизации первичного звена были получены 8 легковых автомобилей. Данный автотранспорт закреплен за амбулаторно-поликлиническим звеном Кольской ЦРБ. Водители отмечают удобство, вместительность и проходимость новых машин, несмотря на, казалось бы, небольшие габариты. Это мягенько, экономично. То есть отличная машина как раз для наших нужд. Я думаю, будем работать. В Кольскую ЦРБ машины поступили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В 2023 году в больницу также было поставлено 3 легковых автомобиля. Еще столько же транспортных средств передадут в учреждение здравоохранения в ближайшее время.